Уже с самого утра вблизи одного из ведущих гостиничных комплексов «Hampton by Hilton» можно было заметить многочисленных представителей государственных органов, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества разных стран. Далее в фойе перед началом форума гости проходили регистрацию. Здесь же можно было продегустировать лучшую продукцию ведущих предприятий Брестского региона. Основную же программу мероприятий 5-го масштабного форума «Инвестиции, инновации и международное сотрудничество» открыло пленарное заседание, раскрывающее потенциальные возможности Брестской области. Объективно надо понимать то, что Брестщина сегодня очень привлекательный регион, как промышленный. Для этого есть созданы правительством все условия. У нас шикарнейшая свободная экономическая зона. У нас прекрасное, слава богу, еще открытое железнодорожное сообщение. Это крупнейший мировой железнодорожный транспортный узел. Одна из самых больших таможен, которая здесь находится на Брещине. И результаты развития предыдущих лет свободной экономической зоны дали очень серьезный эффект по экспорту белорусской продукции, произведенной в европейские страны. Делегации 15 стран-участниц следили за ходом заседания в онлайн и офлайн форматах. С приветственными словами к присутствующим обратились представители Узбекистана, Вьетнама, Армении и пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС. Можно отметить, что страны-участницы форума проявили высокую заинтересованность в развитии отношений в различных сферах, а многие из них уже являются партнерами Брестского региона. С Брестской областью сотрудничаем уже долгие годы, и готов сказать, 10-12 лет. Как озвучили уже, Брестская область, на наш взгляд, является центром белорусско-болгарской дружбы. Через месяц, 15-17 июня в Стразгорской области будем проводить международный экономический форум. Пригласили руководство Брестской области, чтобы посетило форума с экономической, культурной, образовательной делегацией. На наш взгляд, есть много перспективных направлений, по которым можем сотрудничать. Мы знаем, что у вас очень развито сельскохозяйственное машиностроение, много там заводов, которые производят трактора и прочую сельскохозяйственную технику. И, конечно, мы заинтересованы в поставках этой продукции и, возможно, создании совместного производства по крупноузловой сборке тракторов и других сельхозмашин на Дальнем Востоке. Ну, помимо этого, мы, конечно, заинтересованы в любых видах сотрудничества. Это туристическая, рекреационная деятельность и даже, там, скажем, медицина и косметология или косметической индустрии. Для того, чтобы гости смогли сориентироваться в многообразии направлений сотрудничества, в рамках форума были представлены презентации, раскрывающие промышленный и туристический потенциал области. Кульминацией заседания стала церемония подписания соглашений и контрактов. В рамках двухдневного мероприятия запланирована работа по четырем секциям: проведение контактно-кооперационной биржи на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, а также посещение ведущих предприятий региона, санаторно-курортных и туристических объектов. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.